На 20 вопросов времени нет. Выбирай одно из двух. Слушайся или топай. Хорошо. Постой, Нео. Ты должен мне верить. Почему? Потому что ты там был. Эту дорогу ты видел. И знаешь, куда она ведет. Тебе туда не нужно, я уверена. Апок, свет. Ложись, рубашку вверх. Зачем это? Ищу жучков. Давай, покажись. Он начал дергаться. Ах ты, гад. Сейчас он уйдет. Ну уж нет. Разряд. Бля, я, короче, только что выпил, сделал небольшой глоток, типа горькой травы, там, антипаразитарный, слабительный. Такая жесткая хуйня, решил, думаю, вот, вам на камеру тоже это выпить. О, бля, сука. Ебучая хуйня. Горькая такая неприятная. Но это только на ночь, типа, так, чтобы в ночное время твари, если таковые имеются, потравить. В обычное время я таким не занимаюсь. Но это похоже на самобичевание, ебучее. Вот. Надо еще, короче, следом печень чистить. Потому что, когда чистишься от паразитов, они там дохнут, срутся, мрут, типа, просто мрачная хуйня у них там происходит. Это все внутри тела и попадает в кровь, и человеку становится хуево. Поэтому, о, с завтрашнего дня начну еще чаечек попивать, который печень восстанавливает. Давайте всем здоровья, ёптать. Не болеть. Про наш Архангельский край столько всякой неправды да напрасленно говорят, что придумал я сказать все, как есть у нас, всю сущую правду. Что не скажу, все правда. Спой об этом, пожалуйста, спой! Собран был, чтоб стать роботом-солдатом заурядным, слепо исполнять, что велит мне главный, чтобы делать только то, что мне приказали, без сомнений и не вдаваясь в детали. Они не учли, что я не так прост. В исходник пару изменений я внес. Я взломал программу, позабыв про страх. Ведь я не хотел быть игрушкой в чужих руках. Я смог бежать, я выиграл первый раунд. Скрылся под землей, я ушел в андеграунд. Но и там я не нашел себе подобных. Зови меня Дельтрон, одинокий робот. Это вообще... Наркодоллары финансируют терроризм. Вообще, я хочу все взрывать только по накуре. Задумайтесь.
обеспечения Министерства внутренних дел по всем этим направлениям. Чрезвычайно высоко и в экономике, и в социалке, и в борьбе с криминалом, в борьбе с коррупцией и так далее. От этого, от того, насколько эффективно работаете, в значительной степени зависит внутреннее состояние нашего общества. Чрезвычайно важные вещи. Вы должны обеспечить нормальную жизнь для рядового гражданина России. Но сами должны работать в условиях, близких к условиям военного времени. Я думаю, что для людей, которые сидят в этом зале, для людей в погонах, это абсолютно очевидная вещь. Я очень на вас рассчитываю. И именно такой работы ждет от вас народ России. Четкий спот. Охуенное место. Тут нужен ролдаун. Что-то у вас за секретность такая. Стучаться надо по-хитрому, имя назвать на пороге. Славный, прекрасный мир. Как хорошо быть всем и ничем, когда я в обличии других людей занимаюсь теми делами, которые должны делать те, кто должен это делать. А я должен стоять и рисовать их. Рисовать реальность. Отличный субботник. Есть один парень, псих Эдди. Он был типа вундеркиндом. В 15 лет закончил школу. Сдал экзамен на адвоката раньше, чем ему бухло стали продавать. Потом поехал оттянуться в Баха, покурил чертову пыль, походу заряженную, и пережег себе что-то в мозгах. Забил на юриспруденцию и стал, ну ты понимаешь. Дай угадаю, барыгой? Да, но у него есть дурь покруче, чем трава. Называется киф. Но стоит она до хрена, потому как нужен богатый урожай особой супертравки. Расчет 32 на миллион, чтобы собрать каждую бошку в момент достижения ей пика концентрации психоактивного компонента. Затем я перерабатываю шишки, чтобы выделить чистое вещество, плод целого урожая. Одна ошибка, и кристаллы накрылись. Это киф, эта хрень убивает, выносит мозг нахрен. Йоу, ассапкин, салют, на связи Дэдди Йоу. Это улица Первомайская, Королевство Ямайская Горка, Архангельская Федерация. Хороним граффити, историю Архангельска. Здесь была легендарная заброшка школы под названием «Дебилка». Много дебилов здесь приходило рисовать граффити, и я был в их числе. Был в их числе, короче, и тоже рисовал граффити, тоже был в этой дебилке, так что прикольный знак. Короче. Эпоха прошла, поколение похоронили. На связи. Иду по городу, гуляю. И думаю, что-то грязно так. Мусора много. Фантики кругом, всякая шляпа. Ну типа весна, снег оттаяло все. Субботников еще не было. И я вот что подумал. Основная проблема-то в чем? Когда грязно на улицах. Надо устранять ее. Эту проблему. Их две, по идее. Нежелание оплачивать достойно оплату дворников у муниципалитета. Так, чтобы люди хотели, стремились хотя бы за деньги
убирать, следить за чистотой в городе. Ну и вторая проблема – это, собственно, необразованные граждане, которые позволяют себе такую роскошь запущения. Архангельск. Ну, наверное, здесь только все строится. Ебать. Куда? Вообще, я когда, так сказать, духовно преисполнился, расщепился, почувствовал это ощущение на уровне физики, психикой, почувствовал душой и телом, так сказать. Я, короче, взглянул такой с окна, я тогда в Соломбале квартиру снимал. С окна взглянул на город и подумал, это же мистерия какая-то божественная. А в какой дыре меня собрало? Ну, видимо, на все воле Божьей. Продолжаем исследование граффити-культуры в городской среде города Архангельска. Ставлю жирный лайк, трушный, за спот Hall of Fame. Чекаем. Operate, air a box, operate, air a box.